Забрасывать купоны из серебряного цвета в наш лототрон. Не упустите свой шанс на победу. Будьте внимательны, будьте бдительны, ведь чудеса, конечно же, случаются в нашем зале на Волгоградском проспекте. Итак, на сцене появляется моя очаровательная помощница Яна. Именно она в этот вечер является хранительницей денежных подарков. Именно она является хранительницей наших купонов. Именно она творит настоящие чудеса. Забрасываем купоны серебряного цвета, тем самым увеличиваем свои шансы на победу в нашем удачном турнике. Итак, первое вращение лототрона. Абсолютно пустая рука, взгляд в сторону. Тщательно перемешиваем все купоны и достаем первый купон с номером. Вы не только можете слышать, но также видеть. Все купоны отображены на нашем экране. Итак, первый купон в туре — призовая комбинация с номером 6749. Купон серебряного цвета, будьте внимательны. Ставка на участие 100 рублей. Длительность турнира 2 минуты. Итак, дамы и господа, кто же будет бороться за один единственный такой желанный подарок? 15 тысяч рублей. Номер купона 6749. Длительность ожидания нашего гостя ровно 3 минуты. А пока второе вращение лототрона. Абсолютно пустая рука. Взгляд в сторону. Тщательно перемешиваем все купоны. И второй купон с номером. Где же? А, вот он. Отлично. Его номер 67-12. Номер купона 67-12. А также первый купон с номером 67-49. Где же обладатели вторых отрывных половинок? Почему они не спешат принять участие в таком желанном туре? Ведь именно его мы ждем целую неделю. Итак, первый участник найден. Замечательно. Повторю номер купона. Именно его владельца нам необходимо найти. 67-49. На ваших глазах третье вращение лототрона. Абсолютно пустая рука, взгляд в сторону. Тщательно перемешиваем все купоны и второй купон с номером 65-28. Кто готов рискнуть суммой такой маленькой в надежде выиграть 15 тысяч? Дамы и господа, номер купона 67-12. Сегодня после окончания нашего мероприятия за каждый выигрышный 5000 рублей на любом из терминалов вы будете получать купоны на финальное мероприятие с призовым фондом 100 тысяч рублей. Второй участник найдет в последний раз зову обладателя второй отрывной половинки купона с номером 67-49. К сожалению, данный наш гость не найден. У нас третье бонусное вращение.
абсолютно пустая рука, взгляд в сторону. Тщательно перемешиваем все купоны. И третий купон с номером 58-42. 58-42. Дамы и господа, вы прекрасно знаете, что в субботу у нас также есть повод для встречи. Ведь именно в субботу призовой фонд составляет 50 тысяч рублей. И именно в субботу 50 тысяч рублей в одни руки. Стать участником нашего мероприятия достаточно легко. Достаточно. Что же нужно? С 10 утра получать за каждый выигрышный 3000 рублей купон на участие в субботнем вечере. Итак, участник найден. Замечательно. Четвертое вращение лототрона на ваших глазах. Абсолютно пустая рука, взгляд в сторону. Тщательно перемешиваем купоны, ведь два терминала пока свободные. Мы это легко и быстро исправим, правда, Яна? Конечно же, твоя загадочная улыбка – это лучшее тому подтверждение. Итак, номер купона 58-71. 58-71. Чудеса случаются, и новый участник найден легко и просто. Рада вас приветствовать. Пятое вращение лототрона. Абсолютно пустая рука уже у меня. Я тщательно перемешиваю все купоны и достаю пятый. Надеюсь, удача улыбнется сильнейшим. Итак, номер купона 58-77. Может быть, очаровательная леди или серьезный, настроенный джентльмен. На победу, а на что же еще? Не на просто игры, а на настоящую борьбу за 15 тысяч рублей. Подойдет к нашей сцене и скажет, что именно в его руках находится вторая отрывная половинка. Купона с номером 58-77. Участник найден. Замечательно. Уважаемые дамы и господа, пришло время делать ставки. Пришло время занимать турнирные терминалы. Я перемещаюсь в нашу турнирную территорию. И там сейчас будет происходить все самое интересное. Яна, ты не скучай. Укрой на шее нашу сцену. Впереди у нас финал.